Всем привет! У нас сегодня Black Friday. Мы сегодня поехали в аутлет. Сколько лет здесь живем? Ни разу никуда не ездили на Black Friday. Вот решили посмотреть, действительно так это все происходит, так же, как у нас показано в наших российских СМИ, что там люди друг друга и дерутся, чуть ли не убивая там за какую-то вещь. Вот мы решили посмотреть и убедиться, действительно это так. Сегодня четверг, ночь. Все это дело открывается ночью, какие-то магазины открываются в четверг ночью, какие-то рано-рано в 7 утра, в пятницу утром. Мы поехали в аутлеты. По-моему, это один из немногих был магазинов, которые в Thanksgiving не работают. Вот решили проверить. Здесь полицейские регулировали движение. Но как-то не так уж и кучно, как все это казалось на первый взгляд. По-моему, даже мы найдем где-нибудь парковку, мне кажется. Я надеюсь на это. Сейчас тут очень много магазинов вообще. Да, тут очень много магазинов, целая куча. Но мне кажется, что мы где-нибудь припаркуемся. Сейчас посмотрим. Да, мы здесь пытаемся запарковаться. Уже выехали на самую дальнюю поляну, потому что полная машина. Вот здесь, кстати, смотри, сколько мест. Класс. Мы сейчас здесь запаркуемся, потом будет далеко-далеко идти. Но мы нашли все-таки места. Все, мы припарковались. Аутлет — это множество магазинов, которые продают одежду, игрушки по очень низким ценам. Но я вот лето не люблю, никогда сюда не езжу, за исключением магазина Coach, потому что все-таки ткани здесь другие, дизайн, одежда другой. Ну, в общем, какую цену платишь, такой продукт ты получаешь. Вот. Но интересно посмотреть, что здесь происходит все-таки на Black Friday. Площадь огромная. Строятся эти аутлеты на огромном пустыре, обычно возле трассы. Паркинг, он абсолютно бесплатный. Посмотрим, что внутри. Мы идем по такой улочке. Такая крытая улочка, в общем. Как-то здесь не кучно, вообще никого нет. Абсолютно все свободно, как в обычный день. Disney Outlet. Нам надо сюда зайти. Потом. На обратном пути. Ну давай, на обратном пути обязательно зайдем. Так, что тут еще у нас есть? Картерс. Кто из-за раз, Маша, кто из-за раз, надо больше взять. Пойдем, кто из-за раз. Кто из-за раз, нету ничего, мы пошли в Nike. Здесь настоящий какой-то crazy boom. Мне нужны, например, кроссовки. No, just brazen, thank you. Так, что тут еще? Куча народу, в общем. Сейчас посмотрим кроссовки. Тут действительно какие-то скидки 30%. Может быть, что-то себе найдем. И сегодня дополнительно 25% на все, что ты здесь купишь. Мы ничего не купили, потому что очередь большая, куча народу. Сейчас пойдем посмотрим в Коуч. Мы сейчас в Коуч приехали. Здесь такая очередь. Надо вставать в очередь, чтобы попасть в магазин. Пока ты стоишь в очереди, тебе дают такие флайеры. Там дали на Coach. 50% дополнительная скидка сегодня. И еще на Michael Kors. 20% дополнительная скидка. Поэтому здесь такие очереди. Нам еще повезло, потому что второй Birch очередь в 20 раз длиннее.
И мы туда точно не пойдем. Мы здесь набрели на такой магазин-склад. Никогда бы не подумала, что это магазин Jimmy Choo. Здесь ботиночки стоят за 450 долларов. Сумочки по 1000. Все в таком виде стоит. Я бы подумала, что мне наоборот очень даже не повезло, что я забрала в этот магазин. Оказывается, это одни из самых дорогих марок. Мы ничего не купили, потому что покупать нечего. Цена такая, что как ты придешь в другой любой день. Ну и какое-то качество все не то. Короче говоря, нам ничего не понравилось. Мы купили себе булочку, идем домой, жуем булочку. У нас тут елочки уже нарядили кругом. Christmas songs, играют песенки про Рождество. Так что мы пошли домой. Все счастливы.